Добрый день! Сегодня у нас распаковка вот такого художественного набора для рисования, приобретенного в Розетке. Это набор для рисования водой. Набор фирмы Джеко. Вот здесь его логотипчик. Предназначен для детей от 18 месяцев написано. Вот. Производитель Франция. Вот поставляется в такой папочке интересной. Удобно его хранить. Тут даже можно подвесить. Папочка на кнопочке. И содержит он сейчас глянем. Вот что. Вот сама папка. Тут, кстати, есть описание. Художний комплект для малювання водою, що навколо називається. Вот наш маркер. Сейчас я его вытяну, немножко там застрял. И вот такая как бы папочка с трафаретами. Такие тут слоники. Слоник с кем-то там еще. Что кошечка, это кто, обезьянка с птичками, так, пандочка с тигром, да? Вот они, если посмотреть на свет, просвечивается, так не видно, оно белое, вот на свету видно, что должно получиться, когда мы намочим. С обратной стороны вот такое покрытие. И это подкладывать. Сейчас наполним водой наш фломастер и начнем рисовать. Вот фломастер. Водичкой наполнили. Сейчас начнем рисовать. Только надо, чтобы он немножко намочился, носик, скажем так, водичкой. И начинаем. Ну вот сейчас зарисую всего и покажу. Вот посмотрите, какая картинка вышла после рисования. Тигренок и панда ловят рыбку. Вот рыбка. То есть даже ребенок, когда будет раскрашивать, если выйдет за пределы, вот здесь вот эти вот окрестности, так сказать, которые уже прорисованы, ничего страшного не произойдет, потому что они не пропускают воду. И, соответственно, все будет так же, как и было. Закрасятся только вот эти места, которые здесь беленькие. Вот. И теперь мы подождем, когда начнет высыхать рисунок, он должен опять превратиться в белый цвет, и можно его многократно использовать. Вот видите, вот здесь уже начинает высыхать. Превращается в бесцветный. Сейчас немножко подождем. Вот часть рисунка у нас уже побелела. Ножки, ведерочка. И вот здесь холмы. Сейчас дождемся полного высыхания. Покажем картинку. Вот рисунок высох. И опять превратился в белый. Ну тут, кстати, были вот тут небольшая царапушка какая-то на хвостике. Это было изначально, а это, может быть, даже мы уже сделали. То есть все равно надо давить аккуратненько. Не знаю, как будут дети, конечно, давить. Но возможны со временем повреждения, я так думаю, этого слоя. Ну, насколько они критичны, не знаю. Вот опять же здесь, видите, тоже процарапано. Это вроде целенькое. Ну, я думаю, что это не особо критично ребенку позаниматься. С игрой хватит. Очень интересная игра, интересное занятие. Ребенок будет рисовать, видеть, как проявляются цвета. И потом видеть, как они исчезают. Вот фломастер.
Спасибо всем за внимание. Приобретайте данный набор.